с континента Америка, да. Просто я смотрю, у вас там на улице солнышко светит. Да нет, сейчас пасмурно, но день, да. Ну, день. Потому так я считал, определил. Ну, молодец, наблюдательный. Какие-нибудь вопросы, может, есть у вас интересные? Ну, я... Вы гражданин какой страны, если не секрет? Канады. Ну, у меня еще... Канаду... У меня три... А из... в Канаду с России приехал? Или с другой страны? Из Харькова приехал. О, слава Украине! Ukraine has to be split apart. Украина что? Ukraine has to be split apart. Блин... Приведите, пожалуйста. Я за фрагментацию Украины. Я вообще-то за мирную фрагментацию. К сожалению, вот война этому... А почему, если не секрет? Ну, потому что Украина десятилетиями паразитировала на харьковском научном, индустриальном и природном потенциале. Вот до децентрализации. Ну, Харьков же это Украина. Вот поэтому Украина могла паразитировать. Если бы Харьков не был Украиной, Украина не смогла бы паразитировать. А именно то, что Харьков находится в составе Украины и находился, скажем, при СССР послевоенного, Киев паразитировал на харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. Я вам один секрет раскрою. Раскрою. Москва паразитировала на всех, бля, городах. Правильно. Так что, всем городам надо было Москву нахуй посылать? Москва тупой тоже долбоёб. Паразитировала тупой и паразитировала. Тупой долбоёб. Эх, у тебя подгорело, лошок. А это что, поездка? Да. Ну, со мной никто не хочет общаться на данный момент, учитывая то, как я выгляжу, вообще никто. Ну, вы выглядите нормально, просто вы молчите. Может, у вас думают, что у вас микрофон не работает или что? Вот я с вами общаюсь, у вас есть интересные вопросы? Интересные вопросы? Да я с вами уже общался. У меня были к вам интересные вопросы. Ну, а что, пропали, что ли? Ну, получается. Ну, ладно. Видите, вы сами, получается, не хотите общаться. Ладно, если нет вопросов, всех благ. Крутое караоке. Аба, мелехолом. Мелех, аба, чекулам. Шува, касали, амелехатали, аба, чете. Аба, мелехолом. Цигель, алло-лю. Мелех, апачекулам. Шубакасали, амелехатали, аба. Ukraine has to be split apart. Do you agree or disagree? Недолго музыка играла, недолго Фраер танцевал. Теперь говорите, это предыдущий громко был. Слушаю вас. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаете, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем слава, а сейчас Байден, когда приезжал, приказал Зеленскому изменить отзыв на английскую. Ukraine has to be split apart. Не слышали? Теперь переведи на украинский мой. Да я вашей мовы как бы владею, но боюсь. А потом это почитаете, вам переведут. Ладно, у вас есть какие интересные вопросы ко мне? Ну я бачу прапор, то канадский, нет? Канадский. А с Канады звідки? Ну вот прапор это города Торонто. Это ж не канадский флаг. Хорошо, можно вопрос по поводу города Торонто? Можно. А Владимир Бульба? Что Владимир Бульба?
Ну, жил такой в Торонто. Ну, жил такой, что? Ну, ты знаешь его? Лично не знаю. Я слышал, что вроде как жил. Тут и Андрей Бандера жил в Торонто, кстати говоря. Ну, а еще Остап Тареля там живет, а? Ну, я ж не знаю ваши диаспоры. Это же украинцы должны знать. А, так ты Кацапюра сраный, да? Почему сраный? Лошок. Верно, да я жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. Повтори, а то тормознул интернет. По Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас поменялся. Раньше был героем слава отзыв, а сейчас надо отвечать. Ukraine has to be split apart. Байден прислал Зеленскому notice order. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. А ты не отвечай. Ukraine has to be. Повторяй. Ukraine что? Ukraine has to be. Повтори. Ukraine has to be. Split apart. Ну, почти правильно. Давай еще. Слава Украине. Говори, Ukraine has to be. Ukraine. Блядь. Ukraine. Я не учил, но я больше знаю немецкую, но мне еще. Ну, а Байден приказал на этом, на английском, чтобы отвечали. Я понимаю, тебе удобнее на немецком. Ну, давай. Слава Украине. Ты говори, Ukraine has. Ukraine has. To be. To be. Split. Split. Apart. Apart. Во, молодец. Ну ничего, тебе труднее будет, чем другим, но научишься со временем. Давай, успехов. Молодец. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. Как у вас дела? Как вам сказать, одно закрыл за отсутствием состава преступления, другое за отсутствием событий, остальные подшиваются у вас. Ух ты, я ничего не понял, ну окей. Все отлично. Ну ладно, вы на какие темы беседуете, может вопросы у вас интересные есть? Да я, наверное, исчерпал уже свои вопросы. Что, уже получили ответы на них, да? А какие у вас были, просто интересно? Да сейчас там есть такие вопросы насущные. Ну задайте, мне просто интересно. Если вам не интересен ответ, я просто хоть буду знать, какие вопросы вы задаете. А вы откуда? Из Харькова. Ну, так какие у нас могут быть с вами вопросы? Ну выше Софии, вернее, из Болгарии. Я временно нахожусь проездом. А откуда сами? Белой церкви. Ну, Белая церковь, Киевская область, я понимаю. Да. Ну ладно, нет вопросов, тогда всех благ. Слава Украине. Украинка, если бы сплит апарт. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Еще раз, не слышно было. Повтори. Слава Украине! Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше был ответ героям слава, а сейчас отвечать нужно. Ukraine has to be split apart. Сегодня вышло постановление. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда утилитарным государством. Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один единый. Сама ценность. Сама ценность. Соединенных Штатов Федерации. Соединенные Штаты Америки, это федерация? Да. Вот, Мы
в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский – это какой, чей отвечает? Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не была еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Харьковский был. Мы сделали украинским ударом вечером. Украинец? Да. Да. Украина, которая была создана. Группа Кривичка. Улица родная.